Хорошо, ну сейчас, условно, Михаил до этого сказал, в плохом положении, когда он крючки все заправил, условно. Здесь я подгибаю его в колени, поплотнее, чуть можно его чуть подрастянуть вот здесь, да, чтобы он не мог нормально функционировать ногами. Я должен снять один крючок сейчас, любой, в любую сторону, ну, я условно любой ногой, да, который вам удобнее, делайте это. Мне удобнее левой начинать ноги, потому что я прохожу в правую сторону гард все время. Соответственно, здесь я коленом подгибаю его голеностоп, на мысочек приподнимаюсь и вдавливаю его вниз. И здесь, не снимая давление с его голени, пяткой перешагиваю, и у меня стопа сразу уходит под дальнее бедро, рядом с задницей. Прям подставил и подсели. Вот здесь подзагрузили его. Такая поза, как сумо, да? Спина прямая, здесь обязательно ножку можно на одной линии поставить. Здесь я делаю экспресс дальше. Можно взять за материал, за штаны, если штаны, ну там условно, ноги большие, не получается найти материал, например, на этом всегда успеваете, да, можно пробить просто рукой будет и вот этой ногой. Соответственно, я хочу поставить свою правую стопу за место левой, а левой сделать мах. И перехожу в это положение. Отсюда, условно, он начинает, ну, пытаться сделать креветку, уйти. В этот момент здесь есть несколько вариантов. Я могу либо поймать его руку, либо поставить просто ручку в пол, желательно под подмышку, чтобы когда я перешел на ту сторону, у меня уже был такой, ну, андерхук. Ножку подгибаю. Ноги подгибаем обязательно. Подкручиваем стопу. Перешли. Можно здесь загрузить подосесть. Мах ногой, переходим. Такой полуколено на животе. Здесь в темп движения стараемся сделать это побыстрее, естественно. Ножку вниз, можно также за материал, рука в пол. Перешли. Сейчас чуть побыстрее покажу. Можно темп движения. В принципе, когда он упирается ногой, не обязательно ногу прихватить, можно сразу перепрыгнуть на самом деле. Потому что у него нога занята, когда он толкается. Вы, в принципе, ждете движения. Понятно? Все, ребят, поехали. Работаем по времени, когда меня скажу. После этого будут складочки.